Мужики, всем привет! Вот взял себе помощника, хочет работать в мастерской. В общем, как говорится, принеси, подай и все остальное. Ну, парень вроде работящий, должно у него все получиться под моим чутким руководством. Я думаю, ты не против. И вот еще один, не знаю, могу белить, могу варить, конечно. Ну, по-моему, дело с него точно не будет. Вот, как-то так. Я согласен. Втроем, я думаю, будет веселее. По-любому, да? Ну, я вижу, нет, с того дела не будет. Практически. В общем, как-то так. Вот такие вот дела, мужики. Ничего не поделаешь. Да, да, да.